Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Малина – одна из самых требовательных растений к микроэлементу под названием железо. Очень часто можно встретить желтую листву малины. Такое зрелище встречается даже на черноземных землях. И все дело в нехватке железа. Или в том, что железо не может нормально усваиваться корнями растения из-за того, что уровень кислотности семени выше. Железо является микроэлементом, который усваивается растениями в самом большом количестве. Содержание железа и марганца в листьях растений достигает сотых доли процента, в то время как концентрация цинка выражается тысячными долями, а содержание меди не превышает десятитысячных долей процента. Многие садоводы спрашивают, как натуральным способом дать железо малине. А вы знали, что издавна под малину закапывали всякий ржавый металл для обогащения куста железом? Ведь в магазинах не было тогда никаких купоросов. Или есть еще вариант посыпать малинник хотя бы раз в 3 года железной стружкой. И самый простой вариант – это накидать в бочку для полива ржавого железа. Так ваши растения всегда будут немного получать этот элемент при поливе. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!